Согласно решению Пинского городского исполнительного комитета от 16 мая 2017 года номер 506 об организации оздоровления и санаторно-курортного лечения населения города Пинска, в 2017 году планируется оздоровить 5635 детей. Этим летом в первую смену с 5 по 24 июня будут действовать дневные оздоровительные лагеря на базе 18 учреждений общего среднего образования, 6 спортивных школ и 16 дошкольных учреждений, а также Центра дополнительного образования детей и молодежи города Пинска и на базе Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Передвижной лагерь будет организован на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи города Пинска с 6 июня по 14 июня 2017 года. Лагеря с круглосуточным пребыванием планируется организовать на базе учреждений образования Пинский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности, Пинский государственный профессионально-технический колледж машиностроения и Пинский государственный профессиональный лицей строителей. Во вторую смену с 4 по 27 июля планируется организовать дневные оздоровительные лагеря на базе 14 дошкольных учреждений образования. Есть путевки на 5-ю профильную 9-дневную смену в оздоровительный лагерь Поречье. Просим родителей заранее побеспокоиться о поздравлении своих детей и своевременно написать заявление на отдых детей. Родительская доплата за детский лагерь будет разной в зависимости от возраста ребенка и лагеря, который он посещает. Так, стоимость путевки с дневным пребыванием на базе школ и гимназий на 18 дней составит от 29 рублей до 47. За дошкольный лагерь придется заплатить 13 рублей 50 копеек. На базе спортивных школ родительская доплата составит от 19 до 38 рублей.